Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион», в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. «Наведем порядок вместе» – на Бугасской косе прошел субботник. Кубань – территория безопасности. Важные рекомендации полиции и ГИБДД. Аттракционы на контроле на пляжных территориях в Анапе выявляют незаконные развлекательные объекты. На самом популярном у туристов пляже Бугасской косе прошел субботник. Навести чистоту вызвались предприниматели, администрация курорта поддержала инициативу. Десант серфингистов и муниципальных служащих в течение нескольких часов привели побережье в порядок. Это уже третий с начала года десант сотрудников городской администрации на участок пляжа в окрестностях станицы Благовещенска. Первые два были весной, тогда было много мусора. Возможно, в том числе и поэтому сегодня здесь довольно чисто. Да и возможно, что пример работников департамента оказался заразительным для местного населения. В чистоте жить гораздо приятнее. Утром, вечером стабильно, потому что после штормов, если тут утром, вечером не выходить, тут прям будет завал. Поэтому поддерживаем и утром, и вечером стабильно. 5-6 человек убирают территорию на протяжении целого километра. После шторма, вот вчера, например, 8 прицепов увезли. Вот сегодня, наверное, столько же соберется. Этот пес не просто приносит палку, а помогает убирать мусор, нанесенный штормом. Заодно оказывает моральную поддержку команде, которая ежедневно проходит свою 1000 метров берега. В этот раз очень чисто. Ну, вот собираем какую-то мелочь, это буквально деревяшечки и какие-то камушки. А так в целом очень чисто. Можно ехать купаться, да, пожалуйста, все на пляж. Самое главное соблюдать чистоту, потому что это все-таки первый показатель нашего, как бы, человеческого отношения к природе, к экологии. Поэтому всем приходите, отдыхайте, купайтесь, но не сорите, не мусорите. Собранный мусор погрузили на машину. В планах вернуться сюда через некоторое время, когда будет больше туристов. Лишними рабочие руки не бывают, особенно когда дело важное и общее. В Анапе идут рейдовые мероприятия на пляжных территориях. Выявляют незарегистрированные аттракционы. В Анапе эта проблема особенно актуальна во время курортного сезона. На первый раз владельцы незаконных конструкций выписывают штрафы. Сейчас администрации города-курорта созданы мобильные группы. Их задача – выявление несанкционированной торговли официально незарегистрированных аттракционов. Этот батут в районе Высокого берега попал в их число. Из 200 существующих в Анапе объектов лишь половина прошла регистрацию. 721-е постановление губернатора и постановление администрации 3282 запрещает эксплуатацию до момента регистрации аттракциона в управлении гражданской обороны и защиты населения. Поэтому рекомендую услышать данную информацию всем владельцам аттракционов на территории муниципального образования город-курорт Анапа и своевременно обращаться в управление гражданской обороны и защиты населения с заявлением и документами о регистрации аттракциона. После регистрации владелец получает удостоверение и право на аренду территории. Его также ждет экзамен на проверку знания техники безопасности. Для нарушителей минимальное наказание – штраф. В случае повторения им грозит изъятие оборудования. Кубань – территория безопасности. Акция с таким названием прошла сегодня в Анапе. Сотрудники полиции и ГИБДД раздавали памятки и рассказывали, как уберечь себя от неприятностей. Инструкцию по безопасности изучила и наша съемочная группа. На пляже детей далеко не отпускать, без присмотра, не раскрывать спиртные напитки. С этого сегодня начался рабочий день сотрудников полиции. В Анапе стартовала акция «Кубань – территория безопасности». Памятки с простыми правилами безопасности на все случаи жизни. Многие отдыхающие приезжают в Анапу за черноморским загаром. В итоге получают ожоги. В памятке рекомендации медиков. Не стоит находиться на солнце слишком долго, особенно днем. Старайтесь использовать специальные крема, пить больше жидкости и чаще находиться в тени.
Осторожность необходима и на воде. Полиция предупреждает, не заплывайте слишком далеко от берега и следите на отдыхе за детьми. Внимательнее стоит относиться и к бесхозным вещам. Сумки, оставленные без присмотра, пакеты и даже плюшевые игрушки. Если вы нашли такую вещь, нужно обратиться к сотруднику полиции. Ни в коем случае не пытайтесь осмотреть предмет самостоятельно. Мы проявляем бдительность, естественно, на оставленной коробке, сумке, прочем, даже на контингент. Поэтому тоже стараемся проявлять бдительность. Патрули на улицах Анапы – это тоже вопрос безопасности гостей и жителей города. Специфика курорта и в том, как сотрудники полиции пресекают правонарушения. В большинстве случаев бывает достаточно разъяснительной беседы. Вечером гуляем с детьми, очень много патрульных отрядов, ходят ребята. Кто-то, если в каком-то нехорошем виде, то есть они с ними разговаривают, никаких не применяют телесных, это просто спокойно разговаривают, уважительно очень. Ребята все грамотные. Все обученные, нам очень нравится, то есть подготовленная, на высшем уровне, я считаю, да. Памятки и наклейки на стекло вручили и автолюбителям. Их главное правило – не торопиться на дороге и соблюдать правила движения. Ведь сэкономленная минута может стоить чьей-то жизни. Полиция напоминает, наша безопасность зависит прежде всего от нас самих. Нужно сохранять бдительность и быть осторожными всегда. Тогда и отдых на море станет ярким и запоминающимся. В этом году Анапское пассажирское автотранспортное предприятие отмечает 40-летие. В рамках праздника состоялось открытие памятной стелы. Ее возвели в честь первого директора автопарка Ивана Петровича Когута. На открытие стелы пришло много почетных гостей. Представители городской администрации, депутатский корпус, ветераны автомобильной отрасли. О этом человеке мы знаем очень много, слышим очень много. И слава Богу, что есть люди, которые его еще помнят, и вы живы. Я всех вас благодарен, что пришли сюда, чтобы почтить и память, и все увековечить этого человека. Эдуард Мавян стоял у истоков развития транспортных перевозок в Анапе. Он лично работал с Иваном Петровичем Когута. Огромнейшее спасибо всем тем, кто это создал. Я имею в виду продолжить имя Ивана Петровича Когута, открыть эту аллею. Всем этим людям, кто это создал, кто это сделал, и сегодня мы являемся очевидцами, огромнейшее спасибо и низкий мой поклон. На церемонию открытия памятника приехала и дочь Ивана Петровича, Татьяна Таквазян. Во время выступления она не могла сдержать слез. Это мероприятие для нее стало полной неожиданностью. Для меня и для моей семьи это была большая неожиданность, что через столько лет вспомнили о его заслугах как труженика перед городом, курортом нашим Анапа. Я очень благодарна администрации города, всем депутатам, кто принимал это решение, Семену Саловичу Куко. Мне этот день восстанавливает память о моем отце. Вот. И этот день показывает, что он достойно прожил свою жизнь и достойный житель нашего города. Стеллу открывали под аплодисменты. Это почетное право предоставили дочери Ивана Петровича. А сквер, в котором расположился монумент, будет носить имя Когута. В ритмах южного лета. Официальное открытие курортного сезона в Анапе. День России. Эти выходные в Анапе ожидаются насыщенными яркими событиями и грандиозными сюрпризами. 11 июня на Театральной площади в 10 часов стартует танцевальный марафон «Все будет круто», а затем гала-концерт участников Всероссийского фестиваля «Адрес детства России». На улице Горького пройдет праздник кубанского изобилия «Гостеприимна и щедра кубанская душа». Родители с детьми с 10 до 16 часов в сквере Гудовича будет встречать молодежный арт-квартал «Молодежь Кубани – это сила». А в Ореховой роще будут ждать на игровых представлениях праздника «Пусть над нами солнце светит». В день открытия курортного сезона всем желающим будут предложены бесплатные квест-экскурсии по историческим местам Анапы. Новой точкой притяжения для любителей пляжных развлечений станет открытие водно-развлекательного комплекса «Бора-Бора» на Пионерском проспекте. В 20:30 шоу-программа «В ритмах южного лета» подхватит падающие с неба искры красочного праздничного фейерверка. И до полуночи Анапа будет купаться в волнах зажигательного танцевального карнавала. А 12 июня, в День России, на Театральной площади в 11 часов состоится праздник
праздничный концерт «Моя страна, великая держава». В 12 часов на спортивной площадке на Крепостной пройдут соревнования по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Завершится празднование Всероссийским летним рок-фестивалем «Родина зовет» на Театральной площади с 20 до 22 часов. Смотрите трансляцию праздничного концерта, посвященного открытию сезона 2017 в Анапе, в прямом эфире на нашем сайте anaperegion.ru. Начало трансляции 11 июня в 20:00. Не пропустите. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaperegion.ru. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Программа «Детокс. Очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19.